Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем испытывать винтовку БНД-150 против громилы. В общем, погнали. Начнем с электрических дротиков. ЕДТ-дротики. Так, один есть. Ну, как-то он вообще... Он даже не обернулся, видите, он? Он подругу увидел вдалеке, да, вот эту баншу. Пофиг ему там. Дротик, не дротик на него там воздействует электрически. Все, он подругу увидел, идет. А она, кстати, у нее вид такой, как у это, обсаженной наркоманки какой-то, да? Идет она такая вся. Ну вот, наконец-то он нас, на нас обратил внимание. В конце каждого отрезка видео я буду вам говорить, сколько снарядов специализированных будет потрачено на громилу. Помните из прошлых роликов, да? Громила из всех вот мутантов оказался самым крепким, где он там хлестался с... Со спринтером хлестался и их стравливал с помощью пепельных болтов. С шатуном хлестался там. С двумя пумами, я не знаю. Друг с другом. Ну, везде он одерживал уверенную победу. Поэтому парень... Вы сейчас увидите, насколько он крепок. Насколько крепко его здоровье. Обычного фрика на этом уровне. Уровень сложности сложный один. Обычный фрик умирает со второго электродротика здесь. Вот. Ну, громила это батя, батя среди всех мутантов. Самый обезбашенный и отмороженный. Отмороженный быцарь с немеренным количеством здоровья. Так просто его не возьмешь. Мотор у него конкретно какой крепкий, что удерживает такое огромное количество электрических разрядов. Ну давай, громила, ну ты чё? Бессмертный, что ли, я не пойму. Уже он весь в крови. Опа, 20 электрических дротиков мы на него потратили. 200 очей нам за это дали. Ну и настала очередь газовых дротиков. В общем, о, слышите, да? Где-то справа. От нас находится спринтер. Правда, во время игры он себя никак не проявил. Также, вот в этом видео вы увидите, как мешается третья сторона в наше противостояние. Ну, в свою очередь она также повлияет на чистоту этого эксперимента. Забегая вперед, скажу, что громилу я, помимо вот этого ролика, травил еще дважды. С помощью газовых дротиков. Ну, просто для чистоты эксперимента, чтобы было. Чтобы нам никто не мешал. Вот один раз, когда нам вообще никто не мешал. Был чисто я, громилы и газовые дротики. На него ушло 15 газовых дротиков. В следующем ролике он попал в капкан, этот громила. И на него также ушло 15 дротиков. А вот конкретно вот в этом видео, которое мы снимаем сейчас, там мешается одна очень сильная третья сторона. Ну, скажу сразу, мешается орда, орда с горы Алири. И придется убивать его вместе с ордой. И... В этом случае мы на него потратим 16 газовых дротиков, да? Видите разницу? Я вот логики не вижу, если честно, определенно. Определенные, если бы он, когда он сейчас начнется хлестаться с ордой, он получит урон дополнительный, помимо моих дротиков, от орды, правильно? То есть он, по идее, должен съесть меньше дротиков, но он, наоборот, съел больше дротиков газовых, чем когда нам с ним вообще никто не мешал. Ну, не совсем понятно, я не знаю, может, я что-то недопонимаю, может, попадание в голову тоже как-то влияет. На нанесение урона, как в метро Экзодус. Вот, вот она, орда с горы Алири. Шли они со своего пастбища. Пастбища, елки-палки. В сторону своей хазы. Так называемой пещеры, да? И напоролись на наш сгромилый разборняк. Стали свидетелями, конечно же, они не остались в стороне и мешались, устроив нам очередное шоу. За что я им благодарен. Вот я сказал, да, что здесь я на него потрачу 16 газовых дротиков. И останется у нас на очереди разрывные дротики останутся. Все. О, опять там спринтер что-то там кряхтел. Все, разрывные дротики, мои любимые, самые мощные, самые коварные, самые бешеные. Конечно, их будет меньше. Раз. Граната. Какая граната? Ты что несешь? Кому ты это говоришь? Два. Ты кому это? Самому себе, что ли, говоришь? Три.
Ну ты, Дикон, исполняешь, конечно. Пять этих разрывных дротиков, в общем. Всех благ, ребят, не болейте, не теряйтесь. Дальше будет у нас спринтер на очереди и остальные мутанты. Всем пока, не болейте.